Так, уже 5-й час. Уже 5 часов прошло, по-моему. Макс, здесь лимон остался. А, смотри, микстуру. Когда 4 глыбы будут лететь, когда взлет Каосиндры, на четвертой глыбе уже выбегает звездочку за звездочку немножко вперед. Я это в курсе. О, хорош. Да я Зарядил максимум девайс. уже. Все, все тут, чек на пол. А, о, уже мячики расставили, Давай, вообще давай шикарно. базарь. Все все знают уже. Все, готово, мы пошли тогда. Глыбу в какую метку вносить, я не знаю. Еще раз скажите, я просто отходил, курил. Это кто, маг? Да. Ну вот метки квадрата у нас. Мы стоим, а выносить звезду, так? Звезду как не работает. Алло. Как мы безумцы согрели? Как? Пардон, не та ветка, не та у меня аура. Захильтереть. Ложимся. Бля, перед полом забыл фрост ауру включить. Я понял тебя. Короче, без лишних разговоров. Не фрост. Побежали, починились, быстро протонулись. Белочки дал диван, отдыхайте там, стоп-хил. Что было у Чарлика? Нечестивость. Понятно. ДК, который власть не забывал включать, это не ДК. Там масс-рез. Масс-рез. Да, масс-рез, белочка. Че, пошли соло-рез. Хорошо, скажите мне, где масс-рез вытащить? Открой окошко гильдии. Там вторая вкладочка «Привилегии». Самый низ листаешь, масса воскрешений, уровень 25, вытаскиваешь все на панель. Снимаешь либо... Книжку магии открываешь, гильдийские да. бонусы. Либо в книжке он... магии, либо в окошке гильдии. Вытаскиваешь все на панель, перерезаешь весь рейд, когда, ну, если тебе палки вандал, вообще изи. Давайте все сюда, ставьте рыбу. Проверяйте правильную невистость, там. Да, до приземления глыб ставится синяя и луна. Потом, когда мы начинаем бить последнюю фазу, глыба ставится звезду. Все правильно. Даже я бы перестал синюю и желтую метку, потому что это слишком близко. Я их сейчас передвину. А взлетки вот сюда выносите метки. Стоит квадрат. Да не, это уже очень далеко. Так, так давай, разница. Короче, отлично. Он вот сюда же, мы прямо на ту сторону придется забегать, потому что он сюда вот в эту полоску стреляет периодически. Вот и будете бегать учиться. Это же вадерство. Вот, будете без меток учиться сейчас. Короче, давайте фулбаф. Не учиться, а нужно просто понимать, что 12 метров рейндж от метки надо держать. Ну, золотую ты зря убрал, слышишь, золотую зря убрал, потому что она служит ориентиром для фрейм-синдры, вот этот единственный метод. А если фрейм ближе да. будет, что будешь делать? Золотую понесешь? Бегать, отбегать. Вот. Ну, это видишь, уже сами должны собрать. Если синдра ближе, отошли и подальше. Погнали. Все, ты капот, власть льда. Погнали, хочу. Даю вам сапку сразу. Ешьте штрудели, садитесь, маговские. Ты здесь, ты на тварь. Забирай, ставь. Упаемся. Давай я буду по щиток одному. На, первый ход. Тяжко скоро. Сейчас притянет.
Сакур по очереди чередуйте. Нет, тогда пока бежали. Орхидея, поздравляю. Вижу, ты лежишь под хвостом. Ну, получила удар. И умерла. Ходной формы не видел. Включенный. Ответный удар накопила много стаканов. У нее бла-бла-бла. Лагает. Ответный удар била босса под освобожденной магией. А, ошибка, да, которую в прошлый раз анонсировали. Ладно, после взлета тогда Берни нет. Кабьем нет. Это. Бомбы где падают, круг, вертимся вокруг глыб. Улучшаем свой скилл, так сказать. По сторонам ориентируемся, за кому доверяете. Где она падает? Вот здесь прямо. Ну аккуратней, сейчас склеп разобьет. Видишь, сами стопнули. Вот это уровень. Молодцы. А, так. Значит, чулан. Давай, давай, поворачивай ее. Дыхание еще есть время, в принципе. Чулан, резай. Дэйв. Сразу пробафайте. Дэйв, каску, орхидею. Со стаками будешь падать, время брать не буду. Для у тебя, как для кого? Если я не ошибаюсь, 3-4 стака. Слайд-шоу ведет на именно на 7. Ну, так можно же, если слайд-шоу, нажать Escape и подождать 30 секунд, вообще не умирать от притяжки. Правильно? Я не прав. Бежали. Даю сакру. Пусть убирает руки от клавиатуры и ждет стака, когда стак ставит самый добрый. В чем проблема? Если ничего не нажимать, не будет и стака. Дебаф. Все вроде. Элементарно. 4 стака набрала, все. Стоишь, куришь 5 секунд. Изишь. Метки выносим слева, справа от дорожки, вот от этой. Вот, войд, мах. Прячемся, смотрим, что где падает. В центре прям сразу. В центре. По правой чуть стопните. Скиллами не бейте, бейте только руками. О, в центре. Рассасываемся. Кашки сейчас прилетит, не прилетит. По правой стоп вообще. Убрали руки от нее. Ломаем. Так, синдру по центру. Отлично. Так, будет еще одна, поэтому бьем. Не знаю, мне тут больше магом нравится играть. Да, очень удобно. На семье. Магом очень удобно. Вообще, это да. А после дыхания таймер багом уже должно потянуть, значит, что будет ждать секунду. 5 секунд. Вот, сейчас притянет на бег Дани, кинет нас в эту самую особенную магию. Позже. Таймер смещен. Плюс 5 секунд добавляйте вам, короче. Примерно там. Если у вас полосочка идет по центру экрана, там следующая воздушная фаза, там 9. Там обморожение пошло. Управляйте просто 5 секунд к этому. Вот таймер не спадает. Будете все таймеры для себя персонально считать. Наносим метки. Чулан безумец. Полево чуть осадите. Даже сказал, вообще осадите по глыбам. Уходим. Можно встать в любом месте глыбы, если падает во фрейм, то вы не получите урон. Поэтому паника отменяется во фрейм.
Донат, переводи 15%. Давайте активно. Милики обморожения не стакаем больше 6. Особенно на второй особенно с дебафом. Если вы еще не стакаете. Дебафом вообще больше. Так старайтесь не надо. По-моему, мы ее не проведем. Сад, который отдаю, бежим за спину печенки. Переводим быстрее. Надо еще 15 быстрее, больше туда. 7 секунд. 6 секунд. Вот сучка. Ладно. Кепки. Хочешь садиться? Покажу, когда дать Геру. Сливаем до 50%. Фридом, дай пока. Ой, да, сори, да. Братиш, да, был, прости. Увлекся, короче. Терриллс называется. Поправлю, стоп. Стоп, нули по всем. Разрушаем. Лови Синдру, ставь ее. Геру. Первое место. Под лапу. Ой, не под лапу, короче, вот здесь вот. Вот сюда вносится первая метка, а весь рейд отходит. Ходите к лестнице, отошли к нижней ступеньке от метки. Отошли все к паладину. Белочка. Сливаем склеп. Здесь и стой. Сливаем склеп. А мы на скольких статах будем... А, я после второй так. Давай сейчас поменяем. Метку туда же вносим. Да, и диски. Не заморозь. Пробегай сначала к рейду. Потом за склеп. Сейчас будет притяжка, все спрятались. Сову встали. Тупо притягивается. Следующий склеп. Туда. Иди меня от меня. Микстурка. Иди, уйди отсюда. Иди ставь туда, я не знаю. Так будет сака. Что-то нажать-то такое, сразу разбивайте его быстрее, прям full DPS и сразу беги менять меня. Угу. Так, пожалуй, дам по себе сакру персональную. Ох, заебись-то как вообще класс. Так, у нее дыхание и будет сейчас, сейчас после дыхания попробую скинуть стаки. Не знаю, что делать, я еще не был в таких ситуациях на самом деле. Следующую подлап. Ой, туда же ставим к микстурке. Забирай скорее, сейчас отъеду. 11 стаков. По чуланчик. Дубовую жопу Роби, нажми. Если ты бить не будешь, мы вайпнемся. Ну и так. Бля, что за шоля цирк нам. Ставим быстрее. Пока прожжу. Я со вторым тоже. Сейчас склеп налево. Больше налево чуть-чуть. Налево чуть-чуть вниз. Направо хорошо. Во, во, правильно, правильно, правильно. Какие ДК скидывай там стаки. Отбежали. Есть прожимочка, отдай. Склеп, бегите, склеп следующий. Ложимся. Правильно дает. Вдвоем бежим. Да ну три метки подряд, это что за дичь, блядь? А можно вопрос сейчас? Смотрите, я успел забежать после притяжки за глыбу, но оно пробило через глыбу. Я полностью забежал. Рейндж надо, брат, отменить. То есть именно за глыбу не спасать, правильно? То есть после притяжки не за глыбу бежать, а дальше. То есть смотри, ты спрятал фигурку за персонажа. Фигурку персонажа. Но тебе не вплотную нужно спрятать. Нужно еще набрать раньше. Потому что когда она кастует кольцо, оно идет АУЕ. Ну не, я понял, то есть глыба вообще не играет роли в этой ситуации. За глыбу можно было не прятаться. Ты стоишь, ты скидываешь штаки таинственной энергии на второй фазе. Это я все понимаю. Я имею в виду от взрыва. А глыба не спасала. Да. Все, это было глупость, понятно.
все, давайте. Сейчас, может, поудачнее будет. Три метки на ДК. Я такое впервые вообще вижу. Я вам еще раз говорю, вы рост даете неверно. Не надо давать рост переводить первую фазу на вторую. Рост надо давать, когда у нее останется 1.5-2 миллиона. И разбегаться в стороны. Ну, это X1 тактика. Просто доска была вашего... 2 минуты. А смысл от вашего роста? Вы в глыбу рост вливаете. Смысл этого? Я тогда по-другому чуть-чуть. Да, делаем как надо. Посмотрим, как оно будет. Потому что здесь, если все брустеры дадут, сразу можно слить 6%. Ну, мы последний раз убивали на той неделе, меня попросили помочь, то со второго драйва мы сделали точно так же, как и на X1. Первую сторону, вторую под босса и рост давали, как правильно он сказал, в конце. И мы убили налегке вообще. Окей, так и сделаем. Я тоже, мне тоже нравится такая тактика, потому что ДПС... Ты спокойно простоял 3 сферы. Стака простояла, но еще шоссе. Спокойно. ДК тем более простоит. Смысл... каждую глыбу носить туда-сюда. Давайте тогда сейчас на второй фазе первую вынесем налево от рейда, а вторую уже принесем под лапу и все остальные под лапу будем носить, чтобы танки меняли. Тогда добьем ее до 10%, дождемся притяжки. И что, вы хотите вайпнуться? Дерганем. Нет, мы не вайпнемся, вайп. Ну, хорошее видео записываю, потом вам буду скидывать. Давай. Грубо, да на. Посмотрим на вашу тактику. У меня есть видео, как я убили, вы убили. Не знаю, о чем вы говорите. Видим, что в жопу. Штрудли ешь ты там, не хилые ешь ты штрудли. Карла следа. Рабудь. Стоит, врывай. Если он выдает, можно бурстить. Давайте себе правда. Опи, привет, лист. Фо тоже нужно отдать. На глыбах не нужно, у нас хватает. Ста атаки. Притяжка. Входим. Отлично. Никто не пострадал. Все по старинке. Слева, слева, справа от дорожки. Чуть ближе к лестнице. Короче, на углы. О, черепок стоит прям где надо. А, друлька пришел. Не забывайте от самого друг от друга раньше драть, как умер. Потому что он близко стоит. Ой, что стоите, смотрите кино, а что не прячется. Орхидея поднимает. Да, после бомб. После всех бомб. Ну, туда попозже встанешь. Вот сейчас можно стоять. Да. Подожди, вот сливай. Давай белки. Бафы сразу. Зарение орхидея подбили. Раньше не взяли? Чё, почему-то умер? Да, он подошел в последний момент. Короче, становитесь дальше. Становитесь, да, вот здесь вот. Вот здесь вот, становитесь. Одна метка вот здесь вот. Вторая пусть стоит вот здесь вот. Потому что если не будет набирать раньше, будет ваншот. Походу здесь такая механика. Ты босса помогай бить ДПСами. Я бью. Да нужно просто объяснить один раз. Один это 5, потом раз до этого умирать. Чтобы увидели, где надо. Бежали. Так вот дал. Орхидея. Видел, что старался. Я получит. Дал вторую прожимку, чтоб не умерла. Угу. Можно дубовую кожу нажимать просто и все. Запомнили, где слепы ставим. Значит, правильно друг от друга, конечно, убираем.
О, отлично, вообще. Вот, видите, уже привыкли сами смотреть, кто сюда, где что падает. Это кто. Перебегаем за это уже соседи. Все соседи ушли. Блин, где я только чудо спасать, не знаю. Совинный бог. Все убежали ко мне, там только ты одна осталась. Следи за собой. И за игрой что-то сходится. Не, так по ходу дела просто объясню. Больше не было. А может еще одна следка может. Приготовились притяжку скоро. Секунды три после дыхания. Сакры нету, поэтому бегите сами. Разлетки 10 секунд. Обновляем дот, бомбы, проклятие, насекомых, все дела. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Турбо, сова. Рэнш нажали. Нормально. Как безумец. Я не знаю. Ты прослапал, короче, да, бомбу? Да. Я понял, у тебя белочка поднимешь его после этих. Склеп топнули ДПС по ним. Еще одна плюха упадет. Пока не принимай рез. Ломаем. Белочка. Вы что, воините? Так, а ты посмотри, где я стою. Я прям четко зум. Чуан, есть? Поднимай белку. Безумцы. Баф. Белка тоже баф. Дурацкие смерти. Вообще не нужны. Белочка за стаками. Стаков. Нормально. 5 стаков это 35% хп. Сейчас притяжку вроде будет. Даю сапку, уходим. Опять двое. Вар. Не успеваешь отбегать. Ну чем тут дока прикольно, тупо стоишь и дальше бьешь. Зелен подал. Владимир тоже бабу стоишь, бьешь. Я не понимаю, нет, это ставят. Опять четвертый взлет или что? Да, не успели перевести. Метки ставьте. Четвертый взлет это вайп. У нас нет ДПС. Так, бомба. Я вон справа. Топнули по глыбам, убрали вообще старый. Так как перестанет рубить их. Вот здесь, уходим отсюда. Бьем первую метку. Сюда выносим. Видите, сейчас поставлю на кружочек. Первую метку относим вот сюда. Бейте, бейте пока ее. И отойдите все в сову, в чулана. Рейд. Хилы, ДД, там, встаньте там. Метку выноси сюда, печенку, орхидея. И стой. Сразу сливаем и вторую метку под лапу. Ну, под лапу это на середине пути к Сендре. Все встаем в центр, вердруг. Метку выносим. Белку дубовую.
каплю сверху. Близко, близко. Нормально, нормально. Я говорю, больно, блин. Молодцы. Ох, вынесли, откинули. Для чего объясняли, куда метку ставить? Как далеко от босса? Зачем? Непонятно, да? Хлеб сливайте. Короче, сливайте. Ложимся. Пизду. Сказался, встаньте в столу. Короче, близко вы ставите метку. Вам метки надо ставить, чтобы вы играли. Неужели вы не чувствуете, что нужно отойти? Самая микстурка. Ты ж 10 даешь, да? ДПС. Кем? Микстуркой. Ну да, вообще 11 даже плюс. Ну тут анхолики рулят. Давай ты тогда подойдешь, а я потом еще про товарный синдром. Бежу на Синдру, резаемся, бафаемся. Хочешь дать Войд Геру после второй посадки, перевести ее сразу? Я не знаю, что вы хотите. Вы некомпетентны сказать, когда нужно давать рост. Вы дохнете до того, как нужно давать рост. Вы даете 3 БРа на первой фазе. Это сейчас у нас все БРы КД. Сейчас начнется трай через минуту. Вы сдохнете. Как вас понимать? Вишек и смерть. Что можно сказать? Вот видишь, почему дохнем? Потому что уже устали 6-й час тут. Потому что нужно убить босса Синду и разойтись. И поэтому вам нужно сейчас не сдохнуть. И вот это устали забыть просто. Ешьте рыбу, раздался баф. Дока про это. Как говорится, поешьте. Соберитесь, тряпки, соберите волю в кулак. Как там Бибок говорил? Сконцентрируйтесь. Что там еще он говорил? Угу. Много чего говорил. Давайте сейчас на пол. Смотрите расстояние. Видите, где метка? И вот, ДК, вот это расстояние должно быть между вами и боссом. Вот вы даже вот так вот где-то. Да, вот, да, согласен. Метров, вот метров 10. А вы встаете очень близко. То есть если Кейн стоит там, близко, Кейн ставит близко. Че, погнали, да, все да готовы? Да вы лучше. Подожди, не вы встаете, а белка встала близко. Все встают. Вы лучше вот здесь метку поставьте. Пускай рейд на поставлю. Лестницу поднимет. Да, и пусть рейд вот тут встает. Сейчас я поставлю. Все, короче. Сюда будете ставить. А рейд будет вот здесь стоять. Видите, где тут войн? А рейд где хотите будете стоять. Войн близко будет, опять войн нельзя. Не будет близко. Не будет, там будет нормально синдру ловить. Нормально. Вот, вот, Кай видите, близко к рейду ловил просто. Войд знает, что нужно дальше ставить. Погнали. Сакра и Димбул. Давайте, падай. Минус падаем. Маг. Не, я не буду так играть. Падайте. Ну, блядь. Вы собираетесь убивать босса или что у вас такое? Вы будете захиливать людей? Давайте стопнем хил. Еще раз пойдем, еще тройнем. А второй хил был на месте. Чекнул, все были. Чинитесь на первом этаже. Ребята, ну, это ваше время. Вы сами его тратите тем, что вы ничего не знаете. Вы пришли сюда, ничего не понимаете, не знаете. Начинайте наматывать на луз. Где-то тактику прочитайте, которую вы не знаете, которую вам постоянно рассказывают. Нюансы все, они за один трай понятны становятся. Тут большинство все знает, просто реально уже спать. Я не рассчитывала столько сидеть. Я с работы, мне завтра норм. Для этого в следующий раз мы будем собираться на 2-3 часа. И без вот этих вот АФК. Без 20 минут, без перекуров. Перекур будет один на плече. Что у вас много? Слышь, что, много АФК у вас было? Да, у нас очень было много АФК. А сколько было АФК? Да, ну один ушел на 20 минут, другой ушел на 10 минут, потом еще раз. Потом поговорим. Ладно. Собака вылует, царапал, вот и ушли. Будете курить как Тёма возле монитора. Давайте фулбаф.
Стамин, кулачдан. Ты под нечестивостью бьешь? Ну, для гарги. Так он же холит, правильно он не бьет. Чек на пункте. Подходите вниз все вместе. Все готовы. Подождите. Маленький вопрос, еще раз контроль. На второй фазе первую метку влево, вторую да. В угол. Я все. Скажу куда. Идем в центр, летите. Тяжко будет. Он пять. Я даю. Да я уже отдал на первый. Ого. Вот это деск. Очень крутая, до сих пор висит. Вот только сейчас спала. Метки. Турбой с вами. Хватит привычки, что я уже кидаю автоматом. Ящим часами смотрим по сторонам. Привыкайте играть самостоятельно. РЛ не должен озвучивать каждое ваше движение, каждую перебежку. Правый глыб сами... решили не бить, что ли, я не понимаю. Когда сядет Синдра, вы будете глыбы бить вместо босса, да? Я быстро сдал. Сливай. Там всего твой крон. Молоток кинуть, уж уже. Тяжко все тут. Меня не потянуло. Прикольно, у меня бабл был. Значит, в глыбе не притягивает. Слышишь? Если в глыбу нажмешь, притяжка она не притягивает. Метки ставим. Как пешеход и автомобилист, да? Придурок. Два идиота. Не смешно, ребят. Белочка упала. Ну, я не знаю, что тут можно сказать. Я предлагаю... После бомбы. Потому что я тебе еще тогда говорил, что ты далеко тогда метки. Вот он поставил по той метке, когда ты... Давайте во время трая это самое будем обсуждать. Есть БР плюс? У кого есть, поднимите. Да, у ХД есть. Чулан Дарит. Поднимает, чулан поднимает. Бафаем сразу, бей. Раз, крест. Траем дальше. БРов кусовые есть, да, БР? Да.
Ага, ждем тут. Стурка не стоит лучше на фрейме. Бывает, что там, да, мотнет ее чуть-чуть и улетишь. Пардоньте, я стаки помогал чуть-чуть. Нет, во фрейме вообще старайтесь никогда не дышать, если это не нужно. Там вот так. Отбежали. Так, ну дам сакру туда. О, все живы. Чего это что? Да сейчас успеть перевести ее. Сейчас вы не успеете. Ну, вот я тоже так. Тем более она сейчас улетела. После 15% вы успеете забить. Что ты делаешь? Я хотел выпрыгнуть как на X1, чтобы смотреть, когда бомба падает. Видите, ты видел, что ты в горизонтальном поражении, положении прыжок совершил? Да. РДД, метку другую убейте, пожалуйста. Цирковая Синдрагоса вообще. Представление. Что там ситуация? Просто не, смотри, на циркуле как работает. То есть сначала тебе... Какие-то херня это. Давайте лучше рост и бейте. Давайте. Да. Короче, там если успеешь выйти до того, как прилетит, ты можешь крутить карту, смотреть, что куда перелить можно. Здесь 10% еще. Джиданс, стаки. Дай я лошара. 16 стаков. Дай ему каплю. Дал каплю в хиду. Бабах. Ну. О, если бы капли не было, сова бы умерла. Переводи. Спасибо. Ее бы прожимка ее не спасла. 8 секунд. Первая метка. Вот сюда, вот видите, где я стою. Сюда выносите ее. 2 секунды на меня. Дай мне фридом последний раз. Лач донан. Склеп сразу сливаем. Тут настигивает стать. Потом книжку. Метку выносит звездочку. Нет, не захилили его. Один БР. Есть БР. Полипал, хиливал. Бежали, бомбу неправильно сейчас надо было под лапу. Да, ну черт, что произошло, конечно. Под лапу вносите, звездочку мне. Стрелку у меня нету. Шам один. Не, короче, не обижайтесь, но я пошла спать. Давайте, спасибо всем, молодцы. Отлично, повайпались 6 часов. Пользуем топовую комбинацию, короче. Бабл, камень возвращения. Всем спасибо за рейд. Спокойной ночи. Я не знаю, что брать, я не хочу ругаться на никого. Вот. Вообще не то настроение. Давайте лучше разойдемся. Я думаю, это будет самым лучшим решением. Мы же прошлое когда нормально убили. Нет, точно так же много раз лайпались. Я тебе скажу о том. В прошлом КД были другие люди. Ну, я говорил, возьмите меня, но не хотели. Короче, я нахожусь в ГБ. Я не могу в шестую. По мне, изначально ошибка была, ну, надо было реально из ги набирать, из амины делать. Кто авкает, потом мини. Я не могу положить. Ты в Долоране? Да. Так, встреть. Подлечу. Так, давай вторая, вот, вторую положил ячейку, пятый столбик, вторая свеча. Как бы мы замену брали? Все, да, забрал? Ага. У Роми забрал. Покинь кольцо, человек подошел к банку.
Да-да-да, вообще же.